Здравствуйте, ребята! Мы рады видеть вас в библиотеке Ленинграда. Сегодня библиотека проводит акцию дня под названием «Россия, Родина моя» в преддверии празднования Дня России 12 июня. Мы ожидаем ребят с летней площадки лицея 174-го. Конечно, рассказ будет выстроен и о значении праздника, а потом будет предложена игра. Дети будут передвигаться по локациям, игровые площадки о теме «Россия», выполнять различные задания, которые помогут осознать отношение к своей стране и больше узнать о своей стране. Давайте эти цвета с вами повторим. Первый цвет. Белый. Второй. Синий. И красный. Кто знает, что обозначает белый цвет? Ручку. Чистоту. Чистоту. Ну хорошо. А синий? Это чистое небо. Чистое мирное небо над головой. И вера. И вера, все верно. А вот красный цвет что обозначает? Это полиция. Это солдат. Говорили, что хвалебная песня – это гимн. Вам необходимо выбрать слова и вклеить текст. Россия, любимая, тут любимая. Любимая. Давайте. Патриотизм необходимо воспитывать в детях самого раннего возраста, поскольку дети должны гордиться своей страной, знать о своей стране, историю страны. Россия,